Городские леса Северодвинска поставят на кадастровый учет. Такое требование выдвинула межрайонная природоохранная прокуратура. Проведенная в городе Корабелов проверка показала, границы земельных участков лесов не определены. Также не организованы межевание и кадастровый учет этих земель, а право муниципальной собственности на них не зарегистрировано. Прокурор предъявил к администрации исковое заявление с требованием внести в государственный кадастр недвижимости сведения о принадлежности земель Северодвинска, на которых находятся леса. Категории лесного фонда. Срок до 1 декабря 2014 года. Решением Северодвинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.